Добрый день, коллеги. Это лекция о зебрюшной полости «Базовый уровень». В ней мы рассмотрим базовые измерения печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Измерения селезенки, как правило, в страховой медицине не входят в стандартные о зебрюшной полости или гептобилярной системы, как она еще называется. Вот сейчас мы выводим сагитальный срез печени, измеряем передний и задний размер. Теперь мы измеряем краниокаудальный размер, измеряем портальную вену. Иногда еще измеряется так называемый косовертикальный размер, но и передний и задний размер измеряется по-другому иногда. Это вы все можете посмотреть у нас на сайте, ссылка в описании видео будет. Там все расписано, как измеряются, какие размеры печени. В общем-то, и селезенка измеряется, в общем-то, практически так же, как мы показали только что. Это два перпендикулярных размера из бокового доступа. А сейчас мы измеряем желчный пузырь. Два размера, как правило, достаточно взаимоперпендикулярных два размера. Третий размер нужен для получения объема и используется при дополнительном исследовании для определения функции желчного пузыря, чтобы объем посчитать до и после еды. Это мы сейчас в поперечном срезе брюшной полости получаем размер головки поджелудочной железы, тело теперь поджелудочной железы. И сейчас получше выведем хвост, вот так вот, и измеряем размер хвоста поджелудочной железы. В общем-то, на этом базовые измерения брюшной полости заканчиваются. Спасибо.